Алло, какой? Все, всем привет, с вами я Лапса. Продолжаем проходить серию метро. Вот. Прошли недавно метро 2033 с вами, да. Магазин какой-то с оружием. Окей. Вот, сейчас будем проходить метро Last Light. Ну чё, погнали. Обычный режим, рейнджера, ага. Очков. Не установлен, посетите магазин Steam. Чё? Кау. Ну ладно, давай этот. Давай на нормале, да, сыграем. Типа, блин. Хард играть прикольно, но типа слишком сложно. Поэтому погнали на нормал. Ползунок. Ну давай вот так. Черные появились позже. Угу. Со стороны ботанического сада. Хорошо. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Угу. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Так, а мы же говорили, что они нет, голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Страшней. Забавно. Ну давай, посмотрим. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Опа. Так, стой, подожди. Давай, знаешь, как сделаем сейчас? Вот так. Кажется, так будет идеально. Все, давай. Мышка, не знаю, резвая, по-моему, какая-то. Черт, черт, да что же это творится? Идут, идут. А, то есть я стреляю по своим же? Неплохо. Угу. Руки все в крови. Это черный этот. Угу. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. Кошмары. Да, вообще ужас. Неудивительно после всего пережитого. Угу. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. Ну да. А ты навёл на них ракеты. Ну, сорян, как бы, да. Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Ну, ладно. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Угу. Пошли, сказочник. Да все, тихо там, не бузи. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Юморист. Зажигалка наша, да, родименькая. Угу. Двигаться в АСД, ну это и так понятно. Метро 2033 книжка, ага. Музыка, да?
Окей. Больше ничего нельзя делать. О, на гитарке побринчал и сразу что-то хорошее дал. Знаешь, мы тут уже давно, а я все привык. Означает, что в вашем здании планшет обновилось. Так. Планшет, я понял. Мужики, здорово. Хотите поговорить? А, видно. Они-то знали, что война будет. Готовили? Здорово, Артём. Здорово. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Ага. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах 2 года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чем мы там? Соболезно. И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояло. Ничего. Девушки, не знаю, как вы, а я на поверхности. Тут одного оружия. Последний. Лекарство. Давай, давай! Тебе еще 5 подходов по 3 рубля. Ты посмотри на тех 2 салах. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Ага. Выписали его. Вообще ничего не делал, вообще халявщики. Трещи надо. Трещи. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Здорово. Вся группа полегла. Ты калашик. Все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто так, там целую по вешкам на болоте. Ага. Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Юмориста. Пусть парень хоть во что-то верит. Привет, Артём. Здорово. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Да, вообще, да. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Давай. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Ну, понятно, да. Так, а птички? Что давай, ты скажешь? Птичку. Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот понял. Твой аванс за этот месяц. Не забывай. Потрошки. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Угу. Понял. Ну, как бы это мы и так знаем, хорошо. Так, удержите тап, чтобы открыть мне оружие. Ага. А, то есть теперь это так, да, выглядит? Окей. Подожди. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. О, давай. Где? Проверка мишени. Обычно рейнджеры носят по 3 калаш. И выбор их зависит только от тебя, Артём. Так, подожди, а как выбрать? Ну давай вот. Вот это хорошо. А, вот. Видите ли, это винтовка, производящаяся в условиях метро отдельными умельцами, отличается высокой точностью и мощностью, отличное оружие для дальних дистанций. Хорошо. Калаш 100%. По 3, да, ублюдок этот. Кустарный автомат отличается высоким темпом стрельбы, из-за чего быстро перегревается и заклинивает, чем заслужил свое название. Это уже было, окей. Дробовик. Точно скорострельный дробовик, ага. На револьвер, да. Ну чё? Блин, я даже не знаю на самом деле. Вообще, было бы 4, типа, я бы взял... Первое, как снайперку. Автомат, дробовик и револьвер. Но так как 3, блин, типа... Дробовик взять... Автомат и снайперку. Давай, да, наверное, так будет. Этой красавице в придачу нужно что-то для ближнего боя. Но на расстоянии винтовки незаменимы. Положить оружие. Прицел. Проверка мишеней.
коллиматор написал. А, то есть тут только такой, да? Или еще какой-то? Не? Я вас до седьмого пота гонять буду, пока все десятки мне закрытыми глазами ставить не начнете. Так, сюда. Отличный выбор. Калашек. Калаш — лучший друг Рейда. Это да. О, это тут калаш с глушаком. Угу. Так, ну глушак нам нужен. Это 100%. Ну и желательно прицел, да. Так, а сюда тогда дробовик. Естественно. Ну да. Это как бы понятно. Глушитель дробовика. Ага. Снижает шум выстрела, слегка повышает кучность. Снижает скорость картечи, из-за чего убойная сила не, на расстоянии падает. Ага. За счет увеличения кучности боя. Удлиненный ствол. Блин, ну хрен знает на самом деле. Давай пока вот так посмотрим. Наверное, прицел-то ставить мы не будем, правильно? Типа, нафига он? Ця. Давай, ладно, пофиг, коллиматорный возьмем. Все. Нормально. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Понял. Артём, испытай-ка остальные пушки. Попробуй выстрелить в центр груди обычно. Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливаешь разницу? Броню пробить, много патронов надо. Смотри, если попадания искры летят, значит враг бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Окей. Вот уж попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну да. Ну, вроде бы основы ты услышал. Можешь потренироваться еще или отправляться к мельнику за заданием. Да давай еще, наверное. Что, еще будет, нет? Ой. Так, ну, в целом я понял, что и как. Дай-ка еще. Калашников. Угу. Так, ну я понял. Как этот калашников. Что там? У нас как? Дробовичок. В принципе, ладно, пофиг. Давай, да. В самом деле, блин, ну хрен знает даже. Ну как? Понравилось? Очень. Так. А можно как-нибудь. Блин, не знаю, типа. Винтовка вроде хорошая, но типа. Положить оружие. Дробовик, калаш. Ладно, давай, короче, пока так, если что, потом пистолет возьмем, найдем. Полковник говорит, кто-то проболтался. Пошли по всему метросу. В рот кто как может. Та часть, где мы сейчас, точно. Замеряли. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые заварены даже. Другие без замков, будто их изнутри. Все как нормально? И что? А то, что из-за некоторых фонит, хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него может. Ну не да. Не может. Он вообще в другом конце. Говорю, то есть это мы на базе на этой D6, да, на? Может, это и не бункер никакой. Бункер, бункер, точно, да. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? Да вообще. А я вчера дежурил в командном пункте. Ну и подслушал случайно. Так, я понял, тут ничего интересного. Что, вы хорошо разбираетесь в бесах? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Давай, давай, слышь, откупоривай.
Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем. Погнали, погнали, ладно, нормально. Пошли. Давай. Спарта. Усюка мощно. Гробницы повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Угу. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. Погнали уже, серьезно, блин. Ты идет там еле-еле. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Ну вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Че такое? Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Ну да, жестоко. За Лесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. Угу. Как назло без вазелина. А, то есть вот так, да? Ну, я понял. Ладно, пошли. Ну, пошли. Да, взять-то мы D6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Ну, да. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным. И к фашистам приказал отовсюду людей мужики, выводить. А кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? А почему говорят, нет? Говорят, красную мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзу. Опа. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. Так. А вообще знают, что слушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы дошли, Герман, нашли, эти к Мельнику в штаб, по вызову. С этим богатством, с этим оружием. Проходите. Людьми опять станем. А я, подожди. От мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Из вас. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли. Ясное дело, передерутся. Да я понятно. Просто... Давайте, очень интересно. Полковник Сквозняков не любит. Да. Артём. Давай. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Да ты что? Что если мы с ними были просто несовместимы? Угу. Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз ну, мы, да, похоже, поспешили начать сражение. Ну, не знаю, как по мне, типа, я все сделал правильно. Так, Артём. Ай, чё? У вас есть информация? Какая нет. Да, полковник. Тогда, да, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хам, что за бред? Черные худшие из всех угроз, какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с ханом и найди черного. Угу. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Окей. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Девочка, что? Ну погнали. Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Я тебя услышал, хан. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Угу. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. В смысле, кролик, слышь? Скажу прямо.
черное тебя чувствует, так? Ну да. Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Угу, я понял. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Думаешь, все-таки внедренный он? Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Все? Ну, я тоже так пойду, что. Слышь, кролик? Побег, ты кого кроликом назвала? Эй. Слышь? Слышь? Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Верю. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Ну хрен знает, на самом деле можно попробовать договориться с ними. Один раз я их уже уничтожил. Так, кролик, заскакивай. Да слышь, эй. Че, у меня теперь всю игру кроликом будет называть? Все, кролик, это место себе исчерпало. Ля, какие снайперки. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, ага, как ракеты падали прошел. На ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Хорошо. Ну, давай посмотрим. Так, калашек, дробовичок. Угу. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Угу. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Да, нормально все будет, что ты боишься. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Так, аптечки у нас на Q. Все, отлично. 5 аптечек. А нож как у нас используется? Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Фонарями, так. Ну-ка, обучи меня фонариком пользоваться. На F, окей. Вперед. Осторожно, двери закрываются. Удачи, ребят. Примета нам сейчас, кстати. Угу. Кстати, Артём. Чё? Мы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. С твоим отцом? Тогда все нормально получилось. Нормально тоже свет включился? Ладно. Ну, видимо, нормально, есть. Ладно. Погнали. Открывай ворота. Молодец, да все. Справился. Тут все чисто. Выдвигаемся. Угу. Давай, давай, давай. Страшно? Блин, испугало. Вот дуреха. Нахрен стоишь-то так? Давай направо, слева тупик. Что-то их спугнуло, будь начеку. Думаешь? Зараза, вот это скорость. Вообще жесть. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Думай. Так, обычно женщинам. Осталось совсем чуть-чуть. Нельзя думать. Кролик ты или кто? Иди в сраку, слышишь? Что началось? Кролик и кролик. Новая заметка, так.
Угу. Может, дело и не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей, созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей. Он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромное запечатанное хранилище, казалось, что мы спасли человечество. С запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться, с действующими ядерными ракетами, реакторами, метро можно было оставаться сколько угодно. Должно было и дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет. Когда мы сможем вернуться туда и снова сделать Землю своим домом. Ну окей. Так, то есть тут есть заметки. Хорошо. Будем знать. А куда это... Хрен знает, что это было, вообще убежало. Да? Там могилки. Поверхность. Надевай противогаз. Давай, давай, погнали. Аля, жопка какая. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Нет. Для тебя цвету. Ты там не загадывай, а то вдруг не для тебя цвету. Помоги-ка. Ну давай. Неплохо туда. Конечно, и люди. И людей, хотел сказать, и люди. Угу. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Может быть. Мне туда соваться нельзя. Так, в воду мы не заходим. Помним еще с прошлой части, а там радиация. Окей. Давай смотреть, что ты как. Так, вода, тихо. Вроде нет ничего нормального такого. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почувствует сам. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Угу. Стараюсь. Так, Наджи. Можешь стекло. На меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, подожди. Удачи. Дрогнет рука. Надеюсь, чтобы у меня не дрогнула рука, чтобы я тебя не пристрелил, блин. Дрогнет рука. Так, окей, они не дамажат. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Угу. Я заметил, да. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, неважно. Двигай в том направлении. Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черное. Ну давай. Нормально, нормально. Живем. Еще бежит. Все? Кончились девочки. Еще бежит. Привет. Так, вроде все почистили. Ты цел? Да, вообще. Эй, ты цел там? Да цел, цел. Ты не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. На краю ворот.
что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Что я понять не могу, аномалия типа или что? Так, на Т-шку заменяю фильтр, окей. Господи, как же фонит, а? Чи-чи-чи-чи-чи. Тихо. Так, давай влево. Там есть обход. Подожди, влево. Ой-ой-ой. Бля, не, сильно фонит, слушай, подожди. Тут, значит, мне не спуститься, правильно? Все? Обход. Угу. Туда типа идти? Ну-ка. Не то. В смысле? Подожди. Во, на М-карту. Получается сюда, нет? Так. Подожди, тут кто-то есть. Что там? Окей. Фильтр, неплохо. Шш. Ну спокойно там. Ты что такое? Сука. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Где? Че? Зачем? А. Зачем? Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Зачем ты в него выстрелила? Стой, дружище. Постой. Он должен быть тут. Иди за тобой. Вижу. Сейчас я его. Я тоже вижу. Я не хочу его убивать. Там не обойти. Налево. Угу, понял. Направо. Он понял. Прямо на... Зачем? Ну стой, ну не надо. Все воспоминания. Так, это из первой части, как раз когда я ракет наводил. Тут все черные стоят. Фига их там. Он там как-то выжить успел. Ничего себе, умный малый. Его клетку посадили. Немца? Кто? Тепленький. Guten Morgen. Да, немцы. Так, хорошо. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Ой, фу, пауки, бля. Вчера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все.
Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Буки, фу. Недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три! Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. А может, не надо? Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Вот и все. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Ну да. Так, понятно. А можно пистолетик взять? Я одно знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? О, погнали унитаз чистить. Ой, насрали вообще, нагадили, ужас. Ладно, выбираемся из этого концлагеря. Подожди, у меня тут пистолетик же был. Типа... Ну ладно, погнали. Ух ты, ёб, осторожно. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Угу, жесть. Лифт уедет, дальше двинем. Понял. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Ну да. Вон там, лаз на той стороне. Угу. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Окей, давай. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Я понял, да. Друг диверсанта. Давай, подождем. Вот это вот. Подождем, и нормально. Эй, давай за мной! Да-да-да, бегу-бегу. Ну где ты? Да вот я. Кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Не шуми только. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ну что, делать будем? Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Ну давай. Мне тут типа не забраться. А, пустил, понял. Ну так давай, вот я. Алю, вот. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Понял. Теперь тихонечко.
Мальчика, двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Я маленькая сука-мышка. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять неэкономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Фаштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Что же делать? Пожалуйста, пожалуйста. Я электрик. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно. Очень гигиенично. Вполне. Слышал? Что это? А? Что? Спокойно. Да. Заключенный 130. Это вы прессуете? Бери их столько, сколько сможешь. Смотри, смотри. Нам всем все равно конец. Ох, молодец. Даже не вякнул, гад. Открой клетки, а? Там в караулке... Давайте, давайте. Ну, что тебе сказать? Караулке пульт. Только подохнем все из-за тебя. Окей. Так, еще один. За что? За что? За то, уродина. Сейчас. Выкрути лампочку! Понял. Слышал? Что? Там еще один. Блин, как по... Да, тихо. Кормить тебя еще. До свидания. Так, наверху. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. В караулке. Да, молодой тут? Человек, вижу, что вы сюда не на прогулке. Подожди. Тихо. Короткий, давай наверх. Чё задумался? Начал хорошо. Давай теперь дальше, в том же духе. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это трибунал за сочувствие уродов. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана, сынишку своего. А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот, послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Блин, что-то, по-моему, я неправильно сделал. Надо было сюда лезть. Что-то неправильно. Очень сильно это кажется. Что не сюда мне надо было, чтобы посетить этих пленных. Спокойно. Ножи, ножи, да. Сорян, мужик. Я обязательно отомщу за тебя. Так, чтобы метнуть нож, нажмите С, я понял. Тут один, да? Угу. Ух ты, ёпта, здрасте. Новая заметка. Он сюда пошел. Не, не было никакого шут. Не, ничего не было. Как маленькая сука мышка. Что? Здрасте. Да нет, ты даёшь, парень, как ты его? Тише! Услышь ты все! Глотай газ! Ну, слышно там что-то? Вы молодец. Но будьте
будьте осторожны. Если попробую. Сразу... Добрался. Герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Так, все, никого. Это вызов. Жми. Что слышно вообще? Прячемся. Да не слышно. Момент. О, так лучше. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Да. Не вылезайте. Не вылезем. Ну что за прикол? Серега, ты? Да. Иди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Еще размер сначала. Это уже не смешно, да? Двери закрываются. Давай. Ты кто такой? Да он это, мимо проходил, уже уходит. Давай, шлюз, живо. Выпусти сейчас. Слушайте нас. Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Не могу. Закрывай, закрывай, шлюз. Подожди, наверху пульт. Наверху пульт. Где, 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 где? Закрывай шлюз скорее. Да подожди. Выпусти. Как он вас отступит? Выключатель-то наверху, в караулке. Головой думай. Подожди ты. Не забудь, пульт наверху. Понял, понял. Так а как мне до тут добраться, блин? Парень, открой караулки. Да подожди. Караулки выключатели. Как, блин? Не бросайте нас так. Откройте камеры. Откройте. Да пытаюсь я, ну. Никакой надежды. Пока не ясно. Слышь, парень, открой замки. Караулки пульт. Караулки. Караулки пульт. Эй, герой, дверь бы. Теперь уже мог бы и нас выпустить. Я бы этим гадом. Да пытаюсь, как бы. Выпустите, выпустите нас. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. А может мы этих выпустим, не? Ну, поскакай. Или уже типа нельзя. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Подожди. Классно. Так, патрон сколько? Минус один. Ты тихо там, слышишь, минус один. Вот умник, блин. Опа. Оружие. В принципе, можно взять. Отлично. Так, один, второй. Ой, меня видно. Так, во, наверх можно. Спокойно, спокойно. Привет. Ничего. Да в смысле, эй? В голову же выстрелил. Понятно, все. Так, наверху пульт, по идее, тут должно открываться. Выпустил? Все, отлично. Подожди. Да помогу, помогу.
Ну, пошли. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». Угу. И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Не знаю, нравится мне это, Павел. Я все, тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Вроде нормальный мужик, но что-то какой-то он... Не знаю. За мной не останавливайся. Слишком все гладко. Так, заметочка новая. Грандиозные склады, которые ломятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Да что ты говоришь? Господин штурмфюрер! Что там еще? Побег! Двое заключенных! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Стой! Стой! Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Лови их! Артем, скорее! Бегу, бегу, бегу! Огонь не открывать! Прекратить огонь! Прыгай! Лоу-бон, неплохо. Отлично. Черт! Сильно задело? Держись, Артем, держись! На, сука, получи! На землю, сука! Остаюсь! Не стреляй, я остаюсь! Так-то. Держись, Артем! Еще чудо! Держись, держись. Да в смысле? Все, нормально. Отлично. Невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Угу. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис. В штаб ордена. Павел покажет дорогу. Блин. Слишком все легко, так, понимаешь? Жизнь оторвались. Теперь на театральную рвем. Больше некуда. Как скажешь. Ты как там, живой вообще? Да, молодцом. Вообще живой. Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Держусь. Твою мать, да. Ну все, приехали. Ну понятно. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Ну поехали. Что так, за туннель? Это... Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейк все же. Угу. Окей. О, труба! Подожди. Артём, давай сюда. Артём, дуй сюда. Подожди там со своей трубой. Артём, давай сюда. Подожди. Окей. Артём, иди сюда, делай. Да помолчи ты, ну. Давай, посадочка. Так,
Ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Чё за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Ну, вроде в темноте. Да и фонарик спрятан. Так, двое. В принципе, можно их убить. Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Серьезно? Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. Что? Спокойно. Отлично. По возможности не будем их убивать. Но это лишь по возможности. Так. У тебя что? Карабин? Ой, карабин этот. Ублюдок ли как он там называется? Это автомат. Так, подожди, тут у него тоже, видишь, что-то было. Это что, дробовик? Хорошо. Я тогда с этим. Так, в принципе, нормально будет. Так. Спокойно. Те же вроде вообще не люди были. Попасть бы в разведку. Ура, да, сейчас ты попадешь. Бэээ, спалили. Окей. Да, в смысле? Ну давай. Угу. Нормально. Не получилось у нас по стелсу. Окей. Так, что у вас нормальное есть? Фигня. У тебя что было? Тоже. Так, пистолетик дай-ка перезарядить. Угу. Опа. Здрасте. Подожди. Кого? Мысль? Ей? Ну давай один скинем, типа окей. Так, возьмем пистолет этот и должен, да, вот пистолет с этим. Окей. В принципе, можешь смотреть, что ты как. Угу. Револьвер. Револьвер. Так, подожди-ка. Вот тут можно менять. Спокойно вообще. Угу, угу. Может, вместо глушака этот взять револьвер? 6,6, подожди.
Одна обойма, 24 патрона. 6 обойм по 6 патрон. Окей, давай с этим останемся. Пока мунягам стрелять без команды! Разве подозрительным и уничтожить! Огонь без приказа! Тихо ты там. Что же тут за мутант может шастать? Вот панику навели. Вообще. Это вообще не обыскал. Так, ничего. Тоже ничего интересного. Ну я тебе. Ну где эта свинья зарылась? Спалили? Так, вот один стоит. Второй покажется? По-моему, увидел. Не уверен. Как? Где ты меня увидел? Громко. Ой, громко. Подожди. Поверху. Отлично. Наверху, по идее, один. Подожди-ка. Опа, здрасте. Блин, менять не менять. Сейчас давай посмотрим. Оу, я заметил. Давай, наверное, вот этот пистолет все-таки поменяю. Все. Не, вот этот хорош. Готов. Красные атакуют. А, то есть он постреляет по одному патрону. Черт, где он? Блин. Нет. Не-не-не-не-не. Это точно нет. Слишком шумный. У меня пусто. Я заметил. Так. Угу. Без глушителя. Но с прицелом, да? Нет. Мне нужен либо полный, либо вообще никак. Пока. Я лучше с глушителем просто похожу. Угу. Отлично. Отлично. Так, что тут? Обычный. Супер. Дробовичок. Я вот думаю, блин, может... Давай вместо вот этого возьмем. Да, это дробовик, в принципе. Окей, погнали. А, что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй! Понял, я понял. А можно его вырубить? А, что? Все. Ибо нефиг.
Зачем нам лишний шум? Правильно? Правильно. Новая заметка. Так. Лампочку выключаем. Что еще у нас тут интересного? Ничего. Ну, погнали. Давай. Отлично. Поехали. Подожди-ка. В смысле, а что я хорошо сделал, не понял. Типа, потому что я этого не убил? Пауки, ну... не могу, фу. Прям бесят. Не выноши их. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Ну, спасем его, ладно, что, видишь? Вроде я нормальным оказался. Опа. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! Окей. На выход, крыса краснопузая! А при том, чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сродство, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Дрич! Значит, ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! Нет! Подожди-ка, закрыт, открыт. В смысле, их как-то можно обыскивать или что? А, типа проверка, окей. Он закрыт или открыт. Угу. Закрыто. Нет. Лампочку нет. Тушим. Моя мать. Ну чего меня тут поставили? Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. Кого я вижу? Какие люди? Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то надо, только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. Какой, а то секрет. Да какой секрет? Ствол-то. Я его с одного из полисовских рейнджеров снял. Опа. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный... Молоток. Внимание, проверка постов. Ферма, есть кто живой? Задолбали уже. Пойди ответь, а. Че это? Бля. Я в тот раз ходил. Делов-то. Ладно, сам скажу. Главное не спалиться. Сапур прохудился. Зараза. Ферма слушает. Прием. Да ну ё-моё, ну когда это дерьмо починит, а? Спокойно. Mm-hmm.
Меньше того с клешня было в концлагерь отправлять. Ты, да. Ой, тут зафейлил, слушай. Зайц хотел по стелсу пройти. Блин. Ошибочка. Причем довольно глупая. Пошел убить, а направо не высмотрел. Ну сейчас вы не только солдат потеряете. Да, в смысле? Эй. Что такое живучий-то? Стоп. Слушай. Хороший же. Достаточно с тебя. Ага. Давай. Угу. Солдат теряем. Сука. Все. Нормально вам? Оп. И неплохо. А какой? Неплохо. Так. Угу. Хорошо. Хорошо, обычный. Ага. Тоже ничего особенного. Так, у него тут склад, да, где-то, значит, сундучок. Сундучок открывается только с ключиком. Значит, да? Хорошо, хорошо. Что значит, будем искать? Ну-ка. Нрыщ, а где сундучок-то запрятал? Так, все, эту дверь открыл. Опа, здрасте. Так, давай вместо вот этого. Угу. Подарок, да. Ай-ля какой. Халява. Так. Давай проверим, что там. Сначала. Так, метательное оружие. Да-да-да-да. Пока я с мечем похожу. С ножами. Выход. Угу. Сральник. Нормально. Так, а вот тут у нас что такое? Нам куда вообще? Подожди. Угу, в другую сторону. Хорошо. Погнали. А? Спокойно. Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все. Все, что а, это у которого... А, которого урода... Уродом звали. Своими же издевается. Падлы! Как же я ненавижу эту жизнь! Люди, что звери! Я не знаю ничего! Опа! Оставь меня! Оставлю! Я ненавижу их всех, чистокровок! Ну-ка! Забирай все и оставь меня в покое! Ой, здрасте! Все, мужик, живи! Человека пристрелить! Такого ничего не стоит! Да все, все, успокойся! Опа, подожди. Угу. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вовремя. Вот он тебе поможет. Вовремя. Ствол этот, когда красный за шубу возьмет. Юморист, мать твою. Блин, а че так все вкусно-то?
Сука. Не. Черт. Колено болит. Пока нет. Ну, в крайнем случае я запомню. Так, 5 аптечек максимум. Окей. Так, стоят ребята. А, будь. Подожди. Рубильники нахер все выключаем. Опять вырубило. Опа, да. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Угу. Да-да-да-да, понажимай. Каждый раз, как новая норма, сразу полно этой сволочи. Идет. Давай. У меня все четко. Угу. Привет. Спокойно. Так. Раз. Спокойно. Не должен был слышать. Угу. Он и не услышал. Так, выход. Так. Попробовать, не попробовать? Ну ладно. Блин, ладно, похрен, давай. Может сдастся? Хотя вряд ли. Слышь? Эй. Что? Дурачок. Эй, что такое? Ну, я пытался. А ты, тревога! Какая тревога, слышь? Эй. Пока не там будет. Я понял. Зря я только это сделал. Ну окей. Значит, будем валить всех и вся. А чьих тут так до хрена-то? Подожди, там сверху еще один был. Вообще. Ага. Удачи. Спалился. Причем довольно сильно. Тихо. Видишь его? Вижу. Ой-ой-ой-ой. Угу. Можно вот так вылезть, окей. Найду. Ой, сука. Угу. Так. Фигня, ничего интересного. Ну окей. Погнали тогда через вентиляцию. Ой, здрасте, а чё так вкусно? Ага. Так, подожди. Тут был проход, правильно? Вот мы как раз вылезали. Сюда нельзя. Ага. То есть по-любому это надо всех вырезать там. Ох, сука,
красная! Нашего убил! Вообще. Печаль, беда. Ой. Теряем солдат! Ой. 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 Нашего подстрелили. Обидно, да? Да, у вас нехилые такие потери. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здрасте. Ты умрешь, нет? Дурачок. Охренеть, блин. Ой, хорошо, я там собирал прям. Вкусненько. Так, что у вас тут есть? Из оружий. Угу. Угу. Да, Алёш. Всё. Настрелялся. Тихо. Какая беда. Ужас, ужас. А, то есть можно было вот так, да, пройти? Окей. Получается, где-то тут вылезти. Подожди. Угу. Прячется, да. На всякий случай. Чтобы вам пусто было. Так. Есть. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Спокойно. Здесь спалить могут. Угу. Так, один. Второй. Бронированный. Наверху еще один. Так, отсюда я вас могу выцепить как-нибудь? Ну, пожалуйста. Здрасте. Трое. По-моему, четверо. Ч-ч-ч-ч-ч. Спалить могут. Раз. Два. Три. Четыре. Так, давай через низ тогда пойдем. Или все-таки зачистить. Блин, хер знает. Можно пытаться? Да смыслей. Ну так умри, раз у тебя патроны кончились. Вот идет, идет, идет он, блин. Так, и наверху один. Ну привет. Хватит себя, пожалуй. Делишки крутить. А, ну мне по-любому сюда надо было. Окей. Так, заметка.
Неплохая такая тень только что была. Угу. Угу. Подожди. У тебя что было? Такое себе. Так, а у тебя что? Тоже так себе. Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я-то понял. Так, здесь ничего. Угу. Ну, побежали, ладно. Дальше. Вставай, проклятье, ад заклеймённый! Ууу! Весь мир голодных и рабов! Ай, яки! Ай, кипит наш ура! Болевой срок, надо ли... Я понял. Так, ловушки. Угу. Хорошо. Значит, смотрим еще и под ноги. Угу, угу. Давай, Тём. Вперед. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Я думаю, давай на этом закончим сегодняшнюю серию, да? Вот. Ребятки, кто будет смотреть это на ютубе? Каждый день в 8 часов у нас проходят стримы на твиче. Проходим, играем, игры там, вообще все, что только можно делаем. Все, залетайте, с вами был Нелапси, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока, скоро увидимся.